Вау! I like Russian. I love Russia. Russia. Ребята, всем привет, с вами Хижина Музыкант и ваша любимая рубрика «Баянист» в иностранный чат рулетки. Пообщаемся с иностранцами и посмотрим их реакцию на баян и битбокс. Поэтому перед началом подпишитесь на канал и обязательно приходите на мои сольные концерты. Список городов на экране, билеты в описании, приобретайте заранее. И погнали смотреть. Hello. Hello. How are you? I'm good. You? Not bad, thank you. You're not bad. Actually, so strange people is so many. Yeah, of course. How old are you? I'm 29. You're 29? Yeah, people really? Think that I'm about 21, 22. Yeah, you look so young. Yes, what about you? What looks like? Yes, what it looks like? 19? 19? Yeah. Really? That's correct. Yes, correct? Yeah, I'm 19. Well, this is your job. I think the music. Yes. What? How did you guess? You see this? No, behind, yeah. Like, guitar. I like it. Recently, I'm practice this musical instrument, you know? What is this? That's so it's good. So big, yeah? Yeah, so big. It's accordion or bayan, Russian bayan. Can you show this? Yes, I can play. What can I play? No, not this song. Okay, this. This. You're really good at it. Oh my god. Can you tell me some Korean words or something else? Korean words? So, you know Korean words, hi? Yeah. 안녕하세요. 안녕하세요? Yes, okay. 안녕하세요. 안녕하세요. Yes, that's right. 안녕하세요. 안녕하세요. Yes. 안녕하세요. And goodbye in Korean. 안녕히 가세요. It sounds the same, almost. Yeah, almost same, but it's different. Hi is 안녕하세요. Goodbye is 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Yep. 안녕히 하세요. Yeah, that's right. I know Russian. Like, спасибо. Yeah, спасибо. You like? What is hi in Russian? Привет. Привет? Yes. Привет. Right. And what is goodbye? Пока. Пока. Oh my god, пока. Пока. Привет and пока. Yeah, right. Okay. That's how to good. Say thank you in Korean? 감사합니다. 감사합니다. That's good. Yo, your accent is good. Thank you. Ребята, мы постоянно общаемся с людьми в чат-рулетке и узнаем, что люди с вышкой работают не по профессии. Ведь они выбрали свое призвание, когда еще не было высоких технологий, голосовых помощников и нейросетей, которые открывают столько новых возможностей. Например, теперь освоить новое направление и стать высокооплачиваемым специалистом можно онлайн. Если хотите воспользоваться возможностью и развиваться в перспективной сфере,
присмотритесь к машинному обучению. И здесь я могу вам порекомендовать один из лучших национальных университетов НИАУ МИФИ, ведь он совместно с онлайн-школой Skill Factory открыл набор на онлайн-магистратуру машинное обучение. ML-инженеры — это специалисты, которые отвечают за создание IT-систем на основе искусственного интеллекта. Например, таких как ChatGPT или рекомендации YouTube. Они востребованы везде — в бизнесе, медицине, ритейле и в других областях, поэтому и зарабатывают очень даже достойно, в среднем 190 тысяч рублей в месяц. Обучение проходит с нуля, технический бэкграунд не требуется, достаточно лишь наличие любого высшего образования. И, кстати, в качестве вступительного испытания вам не нужно сдавать экзамены, достаточно мотивационного письма. Что важно, действует господдержка, при ней стоимость обучения от 270 рублей в месяц. И несмотря на то, что все занятия проходят онлайн, магистратура очная, поэтому сохраняются все студенческие льготы, включая отсрочку от армии. Вашими преподавателями будут ведущие специалисты в сфере машин learning, эксперты МИФИ и практики. Вы наберетесь опыта на кейсах от реальных компаний, квалификацию подтвердит диплом МИФИ, гособразца и готовые портфолио. Подавайте заявку прямо сейчас, чтобы получить доступ к бесплатным курсам и мероприятиям от МИФИ, которые помогут вам пройти вступительные испытания в числе первых. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и уже в этом году приступайте к освоению современной и востребованной IT-профессии. Hello. I'm from Brazil. Один черный русский мальчик заработал капитальчик и пустил капусту в оборот. Hi. Hello. Do you speak English? Yes, I can speak English. Oh, nice. I'm trying to play this musical instrument, you know? Wow, that's cool. You know this musical instrument? Yes, I have seen this in classrooms. Okay, if you want, I can play for you. Wow, thank you. By the way, I write songs too. Wow. Yeah, and if you want, I can play my own song. Okay, oh. Okay, thank you. This. Дожди по подоконникам, я не по погоде, бегу по мостовой, я не знаю, что со мной. Капель по мокрым улицам, кажется, получится свириться с тобой. Ой-ой-ой. Йрёгым нын ёна, ёна, ёна. Ишам сюген ёрма, ёрма, ёрма. Им бахытлы порма, порма, порма. Кунгым синёшкана, толпана. За окном рассвет грижет душу мою. Я буду петь, ты рядом немного побудь. За окном рассвет еще пару минут. Я буду петь, ты рядом немного побудь. Wonderful. Oh my gosh. Thank you. Wonderful. Nice. What about your talent? Maybe you sing or paint, draw? What's your hobby? Hobby. Hobby. I just like listening music and watching movies. Oh. Which city do you live? Hangzhou. Oh, I don't know. It's near Shanghai. You have so beautiful smile. Thank you. Кстати, песню, которую я только что исполнил, можете послушать официально в полной версии на всех музыкальных площадках: ВКонтакте, в Яндексе, в Apple Music, Spotify. Поэтому ссылочку для удобства оставлю в описании под видео. Hello. Hello. Do you speak Russian or English? I speak English and a bit of Russian. Oh, you're from Brazil.
Бразилия. Да. And do you like football? A little bit. Do you like it? No. Honestly, yeah. I don't like. Just neutral. I like music, you know. I like to play. In Brazil, we call it sanfona. Sanfona? Yeah, someone told me. But I don't play Brazil music. Maybe you know some international songs. Try to guess this really popular song. This. Very good, bro. Thank you, man. Did you recognize? I know the song, but I don't know the name of it. What's your hobby? My hobby, I like to study languages, and I think that's it. I'm learning Russian on internet. Oh, we can speak if you want to practice. Yes, a bit. Привет, да. Привет, как дела? Как дела? Нормально. You know this song? Oh, it's song group. Word. No, I know it. Is it difficult to live in Brazil? I think it depends where you live. Like, I live in a very, very small town. Mm-hmm. Like, far from every big town like Rio de Janeiro and São Paulo. Very far. Mm-hmm. And here, things are a little bit easier because it's cheap for you to live. And there's no much crimes and stuff. Oh. It's easy. But if you live in the capitals like Rio, São Paulo, it may be difficult because things are very expensive and there's many crimes happening all the time. And mm-hmm. Yeah. I think that in Russia it's similar. Like if you live in Moscow, things are more expensive. Yeah, more expensive, but not so criminal city like Rio. Are you going to visit other countries? I do have plans for visiting Russia. Uh-huh. Because since I was a child, I love Russia. I don't know why. I don't know why, but I love Russia. And I was planning to visit St. Petersburg, yeah, nice. Yeah. And Ekaterinburg. And you can add my city is Kazan. Kazan. Let me see. I was going to ask you for some cities to visit. Yeah, this is Kazan or in Russian Kazan, yeah. Okay. Oh, it's beautiful. Yeah, old city. Yeah, it's older than Moscow and St. Petersburg, yeah. That's really old. It was very nice meeting you. And yeah. Again, what's your name? Rail. Rail? Nice to meet you, Rail. Nice to meet you too. See you soon. Bye. Yeah, bye. Hi. Hi. Hi, working. Are you from Russia? Yeah. Ah, Russia. Why? Bastards. You don't know all the details. Yeah, I know, but still. Yeah, I'm just musician, peaceful. Jay, play music. Yeah, that's good. And where are you that's working? Good. Army. An army? In Switzerland? Yes, that's right. Is it hard to serve? No. No, not at the moment, but... Yeah, sometimes, of course. Are you in the border or in the inside of country? In the inland, not at the border, inside. Yeah. Inside.
in the mountains. So, yeah. Is it your choice or? No, because in Switzerland everyone has to go. So. Ah, like in Russia, yeah. Yeah, no, it's not my choice, but I'm done soon. In 1 week I'm done, and then every year I come back for 3 weeks. Not convenient. That's all right, it's all right. What about if you want to visit in other countries? No problem. I mean, of course, you should return. Yeah, yeah. You come back, do your 3 weeks, and then you go again. Ah. But I have the weapon and ammunition here. Oh, real gun. Of course. Of course, it's a real gun. Good luck, man. See you soon. Wish you a nice day. Thank you, bye. Bye-bye. Ну вот и все, начиналось все агрессивно. Ребята, просьба, напишите в комментариях песни, которые вы хотели бы услышать в следующих выпусках, возможно, разучу. В моем телеграм-канале найдете неизданные реакции, которые здесь не появились и не появятся, поэтому подписывайтесь. Там же найдете, кстати, рингтоны, которые я сегодня исполнял в чат-рулетках. Где-то на экране сейчас появится предыдущий выпуск чат-рулетки, поэтому, если не видели, обязательно посмотрите. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго, не теряйте. До скорых встреч, пока.